Всем привет, с вами Silver Sword. Вот, наконец-то у меня все получилось. Все настроил. Сейчас мы запускаем игру. Все работает. Дары смерти, часть первая. Наконец-то мы играем. Вот. Так, ну ладно, сейчас я открою быстро чат и начинаю. Ну, мы хардкорщики, начинаем с трудного. Мы живем в темное время. Никогда еще наш мир не был под такой угрозой. Исчезновение людей. Убийство. Но я уверяю вас, Министерство крепко стоит на ногах и заботится о спасении граждан. Полагаю, вы знаете, кто это. Мисс Чарити Бербидж, любитель маглов и их привычек. Ой, забыл титры включить. Тоже все сократили, конечно. Так, сейчас я включу субтитры. Где этот? О. Шутер пошел. Заклинание будет точно. О. Что-то мне кажется, что чувствительность слишком высокая. Сек. Вот так лучше. Автоприцеливание, блин. Мы играем автоприцеливанием. Ну, сейчас никого я не вижу. Остолбеней! 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 Блин, шутер, блин, реально. Я приготовил для них парочку сюрпризов. Гарри, берегись! Похоже, их мало. Как вам это? Оу-оу-оу. Надо выбираться отсюда. Не, говорите, это очень круто. Сдадимся. Все летят, все летят.
Прям фильм. Прям по фильму все. Столбеней! 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 Знаете, мне эта игра... Я в это не играл, именно в часть вообще не играл. Вот, она меня не... Как-то я по обзорам читал, да ну её нафиг. Вот. Вторую часть я с удовольствием поиграл. И знаете, меня как-то она... Мне как-то она тянула, что ли, да. Вторая. Вот. Так как движок один, разработчик один, она мне казалась интересной. Столбеней! Ой! Ой! А, горит! Нет! Боже, опять. Ой, сколько вас? А, сколько вас? Какая гениальная игра. Блин, шутан, шутан. Шутан. Это хард. Напоминаю, а? Вперед, а, горит. Ой, господи. Все. Опять. Все. Волан-Димур! Ты где, Волан? Волан-Димур, ты где? Умирай! Умирай! Остолбеней! 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 Она убирается отсюда. Боже, ты что там скользишь? Смотрите, Волан-де-Морт, он скользит. Так. Мы не сдадимся. Где? Агрид. Боже, впервые загрузки. Ох. Ну не впервые, но... Такие. Боже. Рон, смотри, он очнулся. Что они с ней сделали? Как твоя голова? Что с тобой сделали, Гермиона? Что ты стал? Что с тобой стало? Где Хагрид? А Волан-де-Морт? Все в порядке, Гарри. Хагрид цел. И на нору наложил... Сейчас подумал, что это не Гермиона. Пока. Напрасно я здесь. Теперь все в опасности. Гарри! Отдохни, пока не поправишься. Вообще, мы здесь по-любому до свадьбы. Что-то не выглядит старше. Билос Флёр, мы давно знаем, а ты был без сознания. Так что готовься, друг. Как он может пойти на свадьбу больным? Не спеши, Гарри. Главное, поправься. Рон прав. Если я такой слабый, как я буду искать остальных при страже? Дамблдор мертв.
Мы должны завершить его дело. Уничтожить Волан-де-Морта. Я тут подумал, Волан-де... поместил душу в 6 крестражей. И 2 уничтожены. Так? Знает ли он, что отчасти мертв? Мне все равно. Мы должны найти еще 4 и уничтожить их. Давайте потом поговорим. Да. Не надо портить людям праздник. Какой роскошный шатер. Думаю, праздник удастся на славу. О-о-о. Смотрите, какой старик. Надо же. Она пошла в папу. Кто это? Отец Полумный. Он все время поддерживал Гарри, пока в пророке закрывали глаза на правду. К тому же это, наверное, последний шанс пообщаться с Полумной. Так страшно. Все вернутся в Хогвартс. Да. А нет. Здравствуйте, рада вас видеть. Кирилл, какая. Так, ладно. Давайте пойдем к Синофидиусу. А, куда? Ах. Привет. Здравствуйте, мистер Лавгуд. Надеюсь, что вы, мистер Поттер, знаете, что я всегда был на стороне Дамблдора при его жизни. А теперь на вашей в той же мере. Спасибо. Полумна с вами? Гуляет по вашему чудесному садику. Что за чудное заражение гномами? Или, точнее, Гернумбли Гарденси? Вы могли бы рассказать мистеру Уизли о них? Как раз он вас искал. Спасибо, да. Скажи. Рон, не знаешь, где твой папа? Поищи заклинанием. Я не знаю, как колдовать. Умный такой. Рон, не знаешь, где твой папа? Так! За заклинание. Как искать? Уровень Гарри первый. А, это вот это заклинание. Я могу идти вообще, бежать. Ну вы что, издеваетесь, что ли? Я не могу бежать. О, не. Вон он. Мы собираемся искать крестражи. Мы не знаем, как они выглядят. Вот Дамблдор смог отыскать 2. Уничтожил кольцо. О, побежал. Ой, эти заладил. Но это фальшивка, верно? Это копия настоящего. А где-то есть настоящий. Второй крестраж. А, нет, эти заладил. Только не говорите, что у меня комп полетел. О, нет, только не это, народ. Сейчас. Сейчас, подождите. Перегрелся комп. Перегрелся. Шикарно. У меня комп перегрелся. О, еще лучше. Давайте. И у меня еще диски влетел. Мало у меня комп. Перегрелся. Черт. Да, народ, извиняюсь за технический комфорт, сегодня их просто слишком много, и все уходят. Из-за того, что у меня нет рабочей. Эх. Ноутбук? Да, ноутбук. Другой. Я попробую вот так сделать. Может, что-то да пойдет? Нет, к сожалению. Все-таки пришел тот день, очень не вовремя пришел.
День, когда надо чистить ноутбук от грязи. У меня такая же херня была год назад. Где-то, или два года назад. Два года, по-моему, назад. Он у меня... также изливался кровью. Ну, он у меня лагал, глючил. Вот. Безумно не вовремя. Просто нереально не вовремя он у меня сейчас полетел. Так понимаю, это из-за перегрева. Сейчас я гляну, перегрев это или нет. Это точно перегрев. Он у меня горячий. Блин, очень жалко вас расстраивать, зрители. Я сегодня вообще стримы все летят. Я и так 2 часа целых, по сути, ничего не делал. Давайте я или хоть в Квидич поиграю, пока... пока... так, где у меня... Аида? Сейчас попробую, сейчас играю в Квидич все-таки. Ничего не могу поделать. Блин. Плохо. Так, а мне надо системную плату, а нет, комп, датчик. Сейчас я проверю температуру компа. 77 градусов. Странно. В принципе, норм должно быть. Не понимаю. Вроде не очень горячий, я не знаю, что делать. Я уже по максимуму отодвинул его от стенки. Ай, Гарри с каменного, блин. Попробую заново запустить игру, может что-то выйдет. Ну, он что-то больно быстро у меня перегрелся. Нет, к сожалению. Так же глючит, вроде. Сейчас проверю хорошенько. Ну, если не будет, значит печаль. Ну, я же не готов каждые 20 минут, правда? Да, все так же. Частота снижается, потому что ты комп... ой, карта горячая. Комп придется вырубать, потому что почистить его невозможно без вырубки. Ну а сейчас будет у меня небольшой перерыв. Вот, перерыв. Я не буду уж вас пытать. Буду играть в Квидич пока. Пока у меня есть возможность, так что... ой, я тут вышел не туда. Ладно. Я вырубаю комп и чищу. Ну, пока поиграем в Квидич. Сейчас стрим перезапущу. И вот.